Друзья, всем большой привет! Меня зовут Наталья, я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня будет довольно интересное видео, распаковка посылочки. Я обожаю сама смотреть такие видео и, конечно же, очень люблю, когда мне приходит новая пряжа. Сегодня мне пряжа пришла с интернет-магазина «Пряжа Су». Это интернет-магазин товаров для рукоделия. На сайте представлен большой выбор товаров для рукоделия. Это пряжа, спицы, крючки для вязания, книги по вязанию. Очень удобный сайт. Я думаю, что без труда вы сможете найти любую информацию по доставке, по скидкам, как воспользоваться промокодом. Для вас будет действовать промокод со скидкой 5%. Сейчас вы видите его на экране. Также я промокод продублирую под видео. Нажимаете еще, и в инфобоксе будет вся информация. И также оставлю ссылочки на все товары, на всю пряжу, которую я сегодня заказала. Если вам что-то понравится конкретно с моего заказа, можете пройти по ссылочке и приобрести. Меня интересовала конкретно пряжа. Я заказала себе много разных артикулов интересных на разные проекты. Будем вязать с вами, много нового придумывать, как и детское, так и взрослое. И сейчас я вам буду подробно все показывать, рассказывать, что я заказала. И давайте начнем с первого артикула. Я думаю, что он вам всем знаком. Это Alize Baby Wool. Детская серия. Мне очень нравится эта пряжа для детских изделий. Первый оттенок — это 19-й, очень красивый мятный цвет. 50 грамм, 175 метров, 40% шерсть, 40% акрил, 20% бамбук. Я заказала себе 4 моточка на детское изделие. Конкретно проекты я еще не придумала. Очень много разных вариантов в голове, как обычно. Что-нибудь обязательно интересное с вами свяжем. Второй артикул, второй цвет, это номер 185. Светло-розовый, очень красивый такой приятный цвет. Я заказала, так, сейчас, девочки, скажу, 5 моточков. Тоже на полноценное изделие детское. Последнее время поступают запросы на детские шапочки, носочки. Вот будем с вами что-нибудь интересное обязательно вязать. Я с этой пряжей уже работала неоднократно. Очень ее люблю. Она приятная, мягкая, тактильная, не колючая. Для деток великолепно подходит. Итак, с этим артикулом все вроде вам рассказала. Давайте переходим к следующему. Это пряжа Валенсия от Сиам. Я с этой пряжей уже работала и очень ее люблю, поэтому, конечно же, заказала. Так, здесь у нас номер цвета, вот, 2005, наверное, да, получается, номер цвета, и где у нас, вот мелко очень написано, сейчас попробую разглядеть, 55% мериносовая шерсть, 45% акрил, вес моточка 50 грамм, длина нити 125 метров, очень приятная тактильно пряжа. Очень просто классная, мягенькая, абсолютно не колючая. Я думаю, что она подходит как взрослым, так и детям. А еще давайте вот эти обозначения вам покажу. Спицы 3,5-4 рекомендованы. И вот все обозначения. Я вязала с данной пряжи себе джемпер, который активно ношу по сей день. Мне он очень нравится, он у меня в любимчиках. Невероятно приятный тактильно, ношу просто на белье, никакой колкости, вот даже намека абсолютно нет. Заказала, так, у меня 6 моточков. Хотела связать дочи своей младший комплект, шапочку со снудом. Ну вот посмотрим. Нам подарили белую шапку буквально на днях зимнюю. И, возможно, свяжу только снуд. А может быть и комплект. Я подумаю, может быть на сменку еще одну шапочку свяжу и сделаю для вас мастер-класс. Но пряжа действительно очень классная. Присмотритесь, я прям рекомендую вам ее. Очень хорошая пряжа. Если не знаете, с какой пряжи себе на зиму связать джемперок, либо детям своим, либо те же самые шапки, да, снуды. Очень классная пряжа для таких изделий.
И давайте смотреть дальше. У нас сейчас близится холодный сезон, и мне нужно навязать подарков. Подарки будут в виде варежек и носочков. Поэтому я решила заказать пряжу проверенную, с которой уже работала и вязала. Первый артикул — это Alize Lana Gold Fine. 51% акрила, 49% шерсти. Спицы рекомендованные 2,5-4, номер цвета 684, 100 грамм, 390 метров. И второй артикул, так, 182 номер цвета. Так, ну-ка, правильно сказала, да, все верно. А что я буду вязать? Вот конкретно с этой пряжи буду вязать носочки. У меня каждого артикула по 2 моточка я заказала. Буду вязать носочки для мамы и для дочери своей старшей. Вот такие серенькие, светленькие. Мне кажется, получатся очень даже симпатичные носки. А с темной пряжи, с серой, тоже такой благородный, красивый цвет для мужчин, буду вязать носочки для своего брата. Также заказала Alize Lana Gold 800, 51% акрила, 49% шерсти, номер цвета 182, 100 грамм, 800 метров. Вот такая пряжа. Тоже с ней работала уже неоднократно. Конкретно вот с этой пряжи я буду вязать варежки. Здесь метраж больше, да, чем в Lana Gold Fine. И она, как мне кажется, немножко мягче. Не знаю, может быть, это только мое мнение такое. Но вот Lana Gold 800 всегда мне кажется помягче. Поэтому я ее взяла на варежки. Смотрите, они очень похожи. Да, комплект получится так, по номеру цвета. У Alize, смотрите, как все очень здорово придумано. 182 и 182. И они очень похожи между собой, практически идентичные. И значит, носочки у нас будут с Lana Gold Fine, а варежки Lana Gold 800. Тоже 2 моточка. Я, скорее всего, свяжу 2 пары. Одни будут мужу, одни брату. Вот такие подарки буду вязать. Так, еще смотрите, какие малипусечки мне пришли. Это пух норки. Постараюсь вам показать. 50% пух норки, 10% натуральный шелк, 10% суперфайн мерина, 30% нейлон, 25 грамм, 175 метров. Минг сил кангура. Вот такая вот пряжа интересная. Спицы 3,6, крючок 3,5, номер цвета черный 0,2. Два маленьких моточка я заказала. Сейчас скажу, объясню для чего. У меня есть похожая пряжа пух норки черного цвета, но мне там не хватало. Я дозаказала немножко связать дочери старшей варежки на зиму. У нее черный снуд и, по-моему, черная шапка, если она не поменяет на этот год. Ей нужны черные варежки в комплект. Поэтому решила заказать такую пряжу. Она мягкая, приятная, тактильно, не колючая абсолютно. Подклад будет с другой пряжи. Скорее всего, с мериносика какого-нибудь сделаю. А верх варежек будет из пуха норки. Вот с таких соображений заказала вот эти вот 2 моточка. Ну что, в принципе, все вам показала, рассказала, поделилась, что планирую вязать, что мне пришло. Еще раз напоминаю, ссылочки все на интернет-магазин, на промокод, на их сайт будут внизу в инфобоксе под видео. Обязательно пользуйтесь промокодом, он будет действовать до 31 марта 2022 года. Сейчас самое время закупаться теплой пряжей, вязать подарки новогодние для наших близких. А поэтому для вас есть вот отличное предложение со скидкой. Можно приобрести пряжу. На этом я буду заканчивать. Огромное спасибо хочу сказать интернет-магазину за предоставленную возможность повязать новые проекты, за очень интересную и классную пряжу. Вам, мои дорогие, хочу сказать огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще
еще очень много всего интересного ждет нас впереди. Всем до новых встреч. Пока-пока!